Все ближе один из самых главных государственных праздников нашей страны – День Победы. 9 мая вся Россия будет отмечать 76-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Великой Отечественной войне. По традиции в эти майские дни слова благодарности и уважения звучат в адрес ветеранов, свидетелей тех страшных лет. В этот четверг, 6 мая, сотрудники регионального управления Следственного комитета поздравили с грядущим праздником 98-летнюю жительницу Твери Ольгу Каратыгину. О том, как это было, рассказывает наш корреспондент. Только несколько минут, только несколько минут, между нами длилась та беседа. Скажи, тебя зовут, скажи, тебя зовут. И она ответила: победа. Вот такой подарок приготовила для ветерана Великой Отечественной войны 98-летней жительницы Твери Ольги Каратыгиной Следственное управление Следственного комитета по Тверской области. В преддверии Дня Победы дети сотрудников ведомства исполнили для Ольги Георгиевны песни военных лет. Как признается один из выступавших перед ветераном, ученик 10 класса академической гимназии ТВГУ Александр Бородулин, для него большая честь отдать дань уважения человеку, отстоявшему нашу свободу и независимость. Я приготовил песню «Поклонимся великим тем годам». Песня очень патриотичная, очень душевная для такого праздника, как 9 мая. Для меня большая честь поздравить ветерана Великой Отечественной войны, так как я уважаю их подвиг, то, что они совершили для нашей страны, то, что у нас есть мирное небо над головой, то, что мы все живы и здоровы. Свой боевой путь Ольга Каратыгина начала в Орле, попав в батальон аэродромного обслуживания. В ее задачи входило обеспечение летчиков продуктами. Вместе с батальоном она прошла полстраны, закончив войну в Кёнигсберге. И практически каждый день, рассказывает дочка ветерана Татьяна Каратыгина, Ольге Георгиевне приходилось рисковать жизнью. Было такое, что машины обстреливали, когда с продуктами ехали. Однажды попали они, аэродром расположили рядом с окруженными немцами, и на машину напали, бросили взрывчатку. Ее откинуло, выбросило из машины. Как отмечают сотрудники Следственного комитета по Тверской области, поздравление ветеранов с Днем Победы для них стало доброй традицией. В первые майские дни они посещают участников Великой Отечественной войны и выражают им свое уважение и признательность. Несомненно, очень важно помнить тот подвиг, который совершили участники тех страшных событий, поскольку это, несомненно, урок нынешним поколениям, который демонстрирует, что достижение большой победы и величия нации возможно только благодаря самоотверженному вкладу каждого человека. Мы от всей души хотим сказать слова благодарности Ольге Георгиевне и всем ветеранам-победителям за их великий подвиг по достижению мира, за их непосильный труд по восстановлению нашей страны послевоенные годы. Спасибо вам всем, всем, всем спасибо. Низкий вам поклон, низкий вам поклон. Как у нас, пока все отойдут, тогда запишем.